вообще-то редко в этот туннель захожу. Дернул черт за ногу. Я ж рыбак. Думал, тут клюет. Бревно! Thank you.
часто такое случается. Вот же угораздило. Подземная Венеция. Остров, который стоит на темных пещерных реках. У подземной Венеции дурная репутация. Говорят, вся она большой воровской притон. Я точно знаю. Павел добрался до Венеции. И если я не опоздал, он все еще тут. Моей основной задачей остается найти следы черного. Но теперь я должен еще и постараться разгадать замысел Корбута, чтобы предупредить о нем орден.